Увлекательная новость. Реальный регион запускает третий сезон проекта. Открывает серию выпусков гость, которому тарелки в руки лучше не давать. Речь о шеф-поваре «Всея России» Константине Ивлеве. В новом выпуске зрители узнают, чем кормили шефа Ивлева в школе. Еда была неказистая, но она все-таки была в меру вкусная. И что он предлагает есть детям в столовых сейчас. Уже есть такие нарицательные истории, как сырники по-ивлевски, жареная картошка по-ивлевски. И, конечно, как правильно подавать блюдо, чтобы еда вызывала аппетит, а не отторжение. Хватит стоять на месте, топтаться, надо придумать что-то новое. Культуру и вкус в еде нужно прививать с детства, считает Константин. Лет 15 тому назад был придуман такой стиль фьюжн. Очень знаменит, да, то есть во всем мире до сих пор. Его основа лежит в соединении несовместимых продуктов. А пришло это из Англии и Индии. У Англии были индийские колонии. И индийцы, да, то есть индусы, они привезли в Европу свои специи. И их начали соединять с европейскими традициями. И получилась невероятно крутая штука. Интервью с Константином Ивлевым уже можно посмотреть в паблике «Регион 51» ВКонтакте. В ближайшее время мы покажем этот выпуск и в эфире «Арктик ТВ». Следите за программой передач.